Фирма «Адгезив» производит в основном полиуретаны широкого спектра применения. Для строительной отрасли – наливные полимерные полы. Для автомобильной промышленности – клеи и герметики. Компаунды электротехнического назначения, а также изделия из полиуретановых эластомеров, которые применяются в горно-рудной промышленности. Мы себя относим к производителям высокотехнологичной химии. Есть вещи, которые никто, кроме нас, в России не производит. Большой успех нашей фирмы последних 3 лет – наши сотрудники разработали технологии, отработали технологию, поставили на производство герметики широкого спектра применения. Это гибридные герметики, МС, СТП герметики. Мы типичные представители импортозамещения. Все, что мы производим, это продукция, которая может служить заменой дорогим импортным продуктам. Качество продукции подтверждается спросом. Экономический форум – идеальная площадка для поиска новых партнеров. Сейчас идет 6-й экономический форум, и мы 5-й раз уже участвуем со стендом. Но если мы 5-й раз участвуем, это же говорит о том, что это эффективно. Очень много новых контактов, очень много новых потребителей. Мы поставляем продукцию от Владивостока до Калининграда. А вот потребителей в нашей области у нас не так много. Здесь мы находим наших партнеров, наших земляков. Процесс производства выстраивается от и до. Идея, разработка новых материалов и технологии их изготовления – практическое воплощение. Научно-производственная фирма «Адгезив» занимается также научными исследованиями и предоставляет уникальную возможность своим заказчикам, разрабатывая новые продукты под конкретные нужды.